Всем привет, ребят! Ну что, многие из вас бомбили, просили показать вам бах с Ронином. Покажу вам его, сейчас потестируем, посмотрим. Возможно, его уже поменяли, хотя, думаю, вряд ли, но думаю, они это сделают уже после выходных. Пока у вас есть возможность сделать неубивашку. Кстати, будет атака фортов, возможно, там потестируем. В общем, есть вот у меня факт. Сейчас я посмотрю. Я, по-моему, последний этот заюзал. Да, нам надо выбить новый талантик. Его вроде не продают сегодня. В общем, в чем суть? Вкратце расскажу. Он уходит в инвиз и не выходит с него. То есть это, по сути, баг, которым можно сейчас пользоваться, особенно для тех, кто не может битву гильдии пройти, кто не может затащить какие-то локации. Это, я вам скажу честно, что поможет, конечно. Это все сольется, поэтому если у вас есть скин и вторая возможность поставить, давайте так будет быстрее, поставить второй талант, то можно это сделать. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это быстро пофиксили, потому что... А с другой стороны, ребят, это хорошая тема, когда можно хоть как-то развлечься и пройти локации, которые тебе не под силу. Ну давай, где ты? Запарился я уже его ловить. А ну-ка, я сейчас гляну, есть. Так, здесь есть, продают. Там плюшки эти нафиг не нужны. Он, кстати, очень плохо падает. Ладно, давайте еще, если нету, заберу. Мне паки с книгами нужны. И то, я вам скажу честно, я что-то после... Так, четверка. Ну давай. Падай уже. Не хочет. Просто в чем суть, интересно потестить на максимально. Вот есть. Поехали. Вот такая вот сборка. Максимальная. Сюда даже мы сейчас, знаете, что поставим. А, у меня же есть эмблема. Вот, кстати, сейчас эмблема еще затестим. Как вариант, посмотрим, будет ли баг. Почему красный бравлера поставил, сейчас тоже увидите. Так, вот. Вот он пошел, и он все время будет у нас в инвизе. И сейчас вы увидите еще один прикол от этого Ронина. Так, давай. Так, надо зеленого кого-то найти рядом. Ну, в общем, в чем весь сок? Он все время в инвизе у вас будет. Это починят. Но можете пока этим временем попроходить локации, которые вам не под силу. Если, конечно же, вы вытащите хотя бы первый. То есть такой вариант — это для битвы гильдии просто люкс. Можно даже не париться. Так. Вот огники есть. Вот это мне больше всего... Интересно сюда забежать к огнику. Веселая, кстати, у нас будет атака фортов, если этого не починят. Ну давай. Минус огник, ребятушки. Минуснулся, не знаю, какой там урон у нас был. Но мы его просто сделали. Красиво, да? Ничего так. Теперь мы можем даже по-другому сделать. Да, у меня еще такая. Но у меня
уменьшение урона здесь стоит. Сделаем вот так вот. Запускаем его в центр. Вы сейчас увидите, как просто вся пачка улетит. Ну понятно, она и так улетит. Единственное, что тут еще отражалка может. Хотя, думаю, вряд ли. До свидания, до свидания. Идем против топов. Блин, что, никого в сети нету? Так, вот у него огник, 30-й прорыв, все дела, ну поехали. Как думаете, кто круче? Чуть-чуть нам урона не хватает, да? Победный имеет, скорее всего, потому что, посмотрите, нам обратка возвращается. А там еще панчбокс. Ну-ка еще раз. Зайдем с другой стороны. Кто у нас тут зеленый такой есть интересный? О, Фрэнки. Здорово, Фрэнки. Посмотрите, что сейчас будет. Просто жесть. Ай-яй-яй, немножко не туда. Опять побежал к огнику. Не, нормально. Не туда беги. Вот сюда беги, да. Беги сюда. Короче, ребятушки, на сегодня это самый-самый кайфовый, самый эпичный герой со всего, что у нас есть. Он неубиваемый практически. Ставите ПДшку, он будет вообще неубиваемый, потому что на отражалке он убиваться не будет. Он будет шатать большинство героев, конечно, в зависимости от того, какие там прокачки. Там, ну, можно сделать его больше урона, и он будет выносить. Ворожая, конечно, он, видите, не выносит полностью. Но ему пофиг. Самый неуязвимый герой, короче, со всего, что есть. Если пойти... Давайте, кстати, давайте попробуем. Попробуем здесь его. Понятно, что он здесь, скорее всего. Выпустим Фрейку. Пошел Ронин. Кстати, это как добивочка, как вариант. А, у нас панчбокс, блин. Так, это у нас какие герои получаются? Красная, да? Анубис ведь в красной фракции, роза в зеленой. Блин, тут, конечно, надо универсалочку какую-то делать. Ну, уже 11% имеем. Посмотрите, что он делает с анубисами. Просто счастье, ребят. Можно свободно проходить подземочки, не париться особо. Не знаю, правда, или получится у нас пройти ее всю. Ну, можно это сделать, думаю. Зданий не так уж и много. Панчбокс насекает. Тут их, конечно, жестко. Минута 40. И что так он зачистил, да? 17%. Что вы на это вообще скажете? Вот как это назвать? IGG, что вы сделали? Почему вы запускаете обнову и не фиксите эти баги изначально? Ну, это понятно, это где-то так вылезло. Но вот вам явный пример того, как можно одним героем соло попроходить подземки, конечно, если он у вас более-менее прокачанный. Но в данном случае в моем
Он уже набрал 30%. Это уже показатель того, что эти подземки можно пройти до 10-й там очень быстро. Ну, то есть в этом плане, что вам сказать, ребят, 35% 40 секунд. Ну, то есть половину я вот уже отрубил, я могу там, вот если я себе, получается, путь отделил, там выкинуть других, то есть им подбивать, убивать героев можно очень легко, использовали магию, добили. В общем, вот как-то так. Зависли мы. Пишите комменты, что вы по этому поводу думаете, но это просто жесть. Это неописуемо. Хотели видосик, я вам его показал. Возможно, еще попрохожу подземки, покажу, каким соло проходить. Все, всем такого же Родина на пару дней. Всем удачи, всем пока.